Итак, друзья, всем привет! Сегодня немножко отойдем от автотемы, и ролик будет посвящен вот такой посылке от YouTube. Значит, мы с вами веселым паром добрались до серебряной кнопки, за что вам всем большое спасибо. Значит, что еще хочу рассказать до ее открытия. Значит, опять же, спасибо Почте России, особенно нашему отделению, потому что все время все посылки приходят, вот ее вскрывали, заклеено скотчем обычным. Помимо вот этой ленты, видно, оторвана, была заклеена, ее оторвали. И, значит, любят посмотреть. Ну, у нас почта такая в нашей местности, что чудеса происходят частенько. Значит, ладно, с этим. Пришла кнопка вот в такой коробке, без всяких яких упаковок. Ничего тут нету в ней. То есть как вот пришла, так и пришла. Зацарапанная, но надеюсь, внутри там будет все целехонькое. Значит, когда набралось 100 тысяч подписчиков, значит, я попросил, сначала мне не присылали никаких уведомлений. Кстати, да, сегодня 11 марта, вот получил я ее на днях. Что самое интересное, во время, она проскочила, вот во время всех этих санкций и прочего, то есть она прорвалась ко мне. Значит, произошло чудо чудесное. И смотрим, то есть 2022 год, 11 марта, смотрим, что у нас лежит внутри. Перед этим хочу рассказать, что ничего сложного в получении кнопки нету. Много смотрю видео на каналах тех, кто получал кнопку, там рассказывают, что надо супер что-то пупер заполнить, никаких проблем нету. Есть первичное заполнение, там типа заявления, значит. У меня единственный вопрос возник, я живу не в городе, но там обязательная графа указать город. То есть указываете город, который ближайший к вам, то есть который рядом находится. У меня это Петрозаводск, соответственно, я указал. А дальше все пишется, индекс, миндекс, все как по прописке, то есть. И проблем никаких нету. Потом спустя время там надо будет зайти на таможню и там то есть нет ничего, никаких проблем, никого не слушайте. Все просто и легко. Значит, что у нас? Тут визиточка какая-то лежит. Непонятно что. И письмецо от YouTube, я так понял. Значит, поздравляют. Скорее всего. Значит, идем дальше. Значит, с виду пока кнопка целая, никаких не вижу повреждений. Давайте заценим все-таки. Так, не так просто, не хочу ломать ту коробку. Значит, здесь лежит, я так понял, гель, что ли. Какая-то непонятная внутри ерунда. Здесь тоже, скорее всего, пишут, давай, парень, жми на всю катушку до золотой кнопки. Значит, идем мы хорошо с вами. Раз дошли до 100 тысяч, значит что-то есть в моих видео. Значит, они нравятся, значит, есть смысл снимать. Вот такая кнопочка. Посмотрите, что интересно. Я видел, раньше кнопки были какие-то выпуклые. Сейчас это как зеркальце. Как зеркальце. Значит, и автомедик. Все дела, поздравляем. 5-10. Сзади у нас уже немного не такие. Я видел у людей немножко по-другому крепление. Здесь они уже с зубчиками и такие более открыты. Значит, ну, наверное, чтобы удобнее вешать на стенку. Так что, друзья, все у нас нормально, все еще впереди. Надеюсь, доберемся до
миллиона подписчиков. Буду стараться. Кстати, по условиям Ютуба кнопку нельзя не продавать, не передавать никому. То есть надо только хранить у себя, иначе отключат монетизации. Но в данный момент, как вы знаете, кто занимается на Ютубе, монетизацию в России отключили, Google отключил. То есть рекламы в видео нету. И, соответственно, то есть реклама есть в тех странах, кроме России, скажем так. То есть если меня посмотрят Белоруссия, Казахстан, то, естественно, им рекламу показывают. Но это уже не то, что было раньше. Доход, скажем так, ноль. Не побоюсь этого сказать. Так что теперь развивать и жить каналу придется за счет, скорее всего, пожертвований. Значит, ну, это уже вопрос другой. Главное, мы достигли результата, а результат, как говорится, дороже денег. Так что, друзья, не пропадайте, смотрите канал. Буду стараться снимать интересное видео. Так как большинство из вас знает, что канал у меня в основном заточен на дизеля и внедорожники, топливную аппаратуру. Скоро у нас весна, вы часто просите показать вам проходимость моего внедорожника. Значит, и каждую весну мы ездим на нерест, на рыбалку, то есть пробиваемся по лесам. В прошлом году также ездили, пробивались, но я не снимал видео, был азарт сумасшедший, то есть всю жизнь, живя в Карелии, с детства натаскан на охоты, рыбалки, и как бы очень этим горю, постоянно езжу. И вот весна — это ритуал святой, то есть весенней рыбалки на нересте. И, соответственно, в этот раз поеду, буду все снимать, показывать проходимость. Мы поедем на двух внедорожниках. То есть мой Муссо, просто полноприводный, без блокировки заднего моста. И, соответственно, Муссо Спорт будет у меня у кореша, у него блокировка заднего моста. И сравним эти два автомобиля, то есть по лесной, заснеженной, сырой дороге. Ну, видно будет, сырая она будет или подморожена, то есть как пробиваются автомобили. В прошлом году было очень интересно пробиваться, не заснял, о чем сильно жалею. Были проблемы, были испытаны, но новый метод открыт был проходимости, чтобы машина не валилась, не засаживалась в снегу. Удачно пробились 20 километров снега по пояс, грубо говоря. В начале полдня не могли пробиться, потом случайно придумал способ и, короче, пошли ходом. Так что, ребята, всем спасибо за подписки, спасибо за то, что смотрите. Так что ждем новых видосов и до новых встреч. Всем пока!